Недавно в региональном правительстве прошла конференция, посвященная репродуктивному здоровью колымчан. Всем известно, что в России действуют различные государственные программы охраны женского здоровья. Но вот для мужчин ничего подобного нет. Проект «Сила Магадана» реализован группой специалистов при поддержке губернатора региона Сергея Носова. Эта программа позволит применить современные медицинские практики и привлечь лучших врачей страны по мужскому и репродуктивному здоровью. Для начала планируется ввести бесплатную диспансеризацию мужчин до 49 лет, один раз в 4 года. И сертификат молодой семьи, в рамках которого вступившие в брак супруги получат возможность бесплатно провести обследование своего репродуктивного и генетического здоровья. Внедрение профилактических систем по укреплению мужского здоровья даже на базовом уровне поможет на 5-10 лет поднять коэффициент рождаемости на 1.5 пункта и сэкономить около 40% всех средств, направляемых на решение демографических проблем медицинским путем.